Праздник света. Дорогие товарищи, позвольте от всей души поздравить вас с днем рождения Иисуса нашего Христа. Или Христомасом, как называют его наши зарубежные товарищи. В последнее время во вражеских голосах все чаще приходится слышать сомнения в происхождении нашего Иисуса. А некоторые несознательные граждане и вовсе скатились до ложного утверждения, что Христос был по нации еврей. Абсурд! И нонсенс. Спросите у любого грамотного коммуниста, и он, научно опираясь на историю партии, без труда докажет вам, что первый большевик Иисус Христос был по нации чистокровный русский, как, впрочем, и Дед Мороз. То, как не настоящий коммунист, мог бы накормить многотысячную толпу одной рыбиной и буханкой черного хлеба. Кто, как не коммунист, мог бескорыстно отдать свою жизнь за общее дело. Силы тьмы не пощадили его. Он умер, но, правда, вскоре воскрес. И дело его живет в наших сердцах. Может, и я, когда воскресну. Как известно, коммунизм – это свет. А Ханука, так же, как известно, это праздник света. Поэтому позвольте вас поздравить с коммунистическим праздником светлой Хануки. Хануки. Днем рождения Иисуса нашего Христоса. Досрочным окончанием наднадцатой пятилетки и также с избранием Дональда Трампа на пост президента США. Всего хорошего, дорогие товарищи!